В Туве идет подготовка к пожароопасному периоду следующего года. Пожарные приступили к осенней опашке на территории республики. Неопаханными остаются 59 населенных пунктов. По состоянию на 10 октября осенние минерализованные полосы проведены в 78 населенных пунктах республики из 137. Из 35 населенных пунктов, находящихся в лесном массиве и прилегающих к ним местностях, осеннюю опашку сделали уже в 22. До настоящего времени к работам по созданию минерализированных полос еще не приступили Авюрский, Тандынский и Тоджинский районы. С 25 сентября по 10 октября на территории Тувы действует всероссийская осенняя акция «Живи лес», приуроченная Году экологии. Цель акции – привлечение внимания общества к проблемам лесовосстановления и приумножения лесных богатств. 6 октября в Кызыле были проведены мероприятия по посадке саженцев деревьев различных пород. Центральное мероприятие акции проводилось на аллее поколений. Также были произведены посадки на других улицах города в местах, где были высажены саженцы в период весенней посадки 2017 года и не прижились. Всего на территории Кызыла было высажено 180 саженцев сосны обыкновенной, 39 березы и 10 вяза мелколистного. В рамках данной акции проведены не только мероприятия по посадке зеленых насаждений, но и просветительские мероприятия в виде лекций и бесед в образовательных учреждениях города Кызыла и муниципальных образованиях на тему «Живи лес».